национальный вопрос формирования современной русской нации. Русский национальный фронт, являясь коалицией национально-патриотических русских организаций, обязан объявить о своих целях и тех мерах, которые он обещает провести в случае взятия власти. Помимо очевидных и давно продуманных идей в области государственного строительства, где также появляются ценные инновации, подлежащие включению в наши целеполагания, помимо весьма непростых для нас тем экономических преобразований, нам необходим и комплекс мер, которые обычно называют социальной политикой, а мы должны называть национальной политикой. Банальное переписывание тезисов из Ельцинской конституции не может нас удовлетворить. Как и социальные иллюзии, которые пригодны для оболванивания избирателей, но на практике никогда не будут воплощены в жизнь. Нам нужен системный подход взаимоувязанных мер, формирующих нацию. Он возможен лишь в рамках русского национализма, который и является политической основой существования России и средством сплочения людей для целей совместного исторического творчества. Наиболее важная часть нашей платформы – это возвращение русскому народу той духовной опоры, которая всегда была у него и всегда передавалась из рода в род. Для нас пока еще непосильной высотой является принцип верности, вере, царю и отечеству. Пока что мы способны выдвинуть только принцип верности России и русскому народу, то есть принцип русского национализма в несколько усеченном варианте, но более доступным для тех, кто позабыл о своей родовой принадлежности и исходящих из этой принадлежности обязанностей. Сфера культуры, образования и массовой информации по этой причине выдвигается на первое место. Русским должно быть возвращено их национальное достояние, их исторически вызревшее, а сейчас угнетенное и подавленное традиционное мировоззрение. Исходя из требований интенсификации системы управления и последовательного проведения в жизнь принципов национализма, мы предлагаем сведение в одно Министерство просвещения всех правительственных учреждений, которые ведают указанными направлениями. Целями Министерства просвещения должна быть русификация всей государственной системы, воспитание полноценного гражданина, изгнание русофобии и всякого рода имитации извращений в области культуры, искусства, литературы. Мы должны основать и породить новое русское возрождение, как было европейское возрождение. Русское возрождение должно прийти на смену очевидному упадку, в котором мы живем. Мы должны учреждения культуры превратить в ведущие центры разработки национальной политики, ее стратегии, а также стратегии государства в самом широком ее понимании. Впрочем, госструктурам, которые то и дело занимаются всякого рода стратегиями, это должно быть запрещено, потому что они не видят общей картины, которые должны видеть и видят люди, для которых культура стоит на первом месте. Библиотечная сеть должна быть восстановлена на самом высоком техническом уровне для обеспечения беспрерывного и интенсивного общения граждан и проведения культурного досуга. Музейная сеть должна быть развита и доведена до каждого населенного пункта и стать главным звеном организации повсеместного почитания славы наших предков и распространения знаний о местной и общегосударственной истории. Монументальная пропаганда национальных ценностей должна выразиться по всеместном сносе памятников так называемой советской эпохи и очищении топонимики от идеологических символов и имен подхозной номенклатуры, террористов и этнопаразитов. Ключевой задачей национальной политики является полное очищение страны от клеветы на русскую историю, подлинно научный подход к историческим исследованиям и к историческим фактам, которые используются для литературного и всякого прочего творчества, воздействующего на умы. Формируя общепринятое отношение к факту, мы формируем мировоззрение, об этом нельзя забывать. Реализацию мер по восстановлению духовного здоровья нации можно поручить только лишь носителям русской родовой памяти, русского мировоззрения. Подлинное понимание русского национализма позволит полноценно и счастливо жить в России и другим народам, признающим русское лидерство и действующим с русскими заодно. Всем остальным следует предоставить свободу иммиграции без права возвращения в Россию. Разумеется, совершившие преступления перед русской нацией должны будут первоначально возместить принесенный ущерб. В сфере образования должна пройти полная декоммерциализация всех государственных структур образования. Требования к знаниям русского языка, литературы и истории должны быть резко повышены, прежде всего для абитуриентов высших учебных заведений.
Мировоззренческие дисциплины должны быть возвращены в систему образования. Философия должна вновь стать общеобязательным предметом при получении высшего образования, а также научных степеней. Структуры образования должны стать центрами, статусно выделенными выше, чем соответствующего уровня управленческие структуры государства и местного самоуправления. Любое вмешательство местных чиновников в работу школ и вузов должно рассматриваться как преступление. Содержание образования должно быть приведено в соответствие с русскими национальными ценностями, русским интеллектуальным и творческим наследием, интересами русского национального строительства. В области средств массовой информации должна произойти национализация и полная смена всего кадрового состава федеральных и региональных телеканалов. Должен произойти запрет на рекламу в средствах массовой информации, она должна остаться только в специальных изданиях на специальных телеканалах. Введение уголовного преследования за русофобию, введение нравственной цензуры в Уголовный кодекс, понятие «нравственное преступление», создание общественных комитетов и контроля за СМИ, подчинение всем без исключения СМИ Министерства просвещения, изгнание из СМИ пошлости, дезинформации, лжи и клеветы, фальсификации истории, низкопробной поп-культуры, безграмотности и картавости ведущих и комментаторов. Учреждения культуры, образования и средства массовой информации должны следовать задаче просвещения народа, повышения его культурного уровня, приобщения его к духовным богатствам, накопленным минувшими поколениями. Отступление от этих задач должно рассматриваться как преступление против нации и государства, из чего следует необходимость реформы уголовного административного законодательства, которые сегодня безнадежно устарели, а правоприменительная практика носит подчеркнуто антинациональный, антирусский характер. Дух нации не может бесплотно витать над русской землей. В отличие от души, он смертен и умирает вместе с народом, а народ умирает, когда дух его сломлен и мертв. Поэтому, несмотря на приоритет духовного над материальным, нам необходимо заботиться о физическом выживании и развитии русского народа. В сфере демографии должно быть объявлено чрезвычайное положение. Его целью должно быть спасение русского народа от геноцида, вымирания, а России от депопуляции и дерусификации. Смысл того, что мы называем социальной политикой, состоит в обеспечении воспроизводства нации и ее развития. На период действия чрезвычайного положения большинство социальных выплат должны быть ориентированы не на индивида, а на цели преодоления демографической катастрофы государствообразующего русского большинства. Средствами выхода из состояния катастрофы должно быть уголовное преследование всех форм агитации против семьи и деторождения, включая реальные сроки заключения за пропаганду абортов. Восстановление налога на бездетность для всех совершеннолетних граждан без каких-либо исключений. Бесплодные семьи могут усыновлять детей, потерявших родителей. Уголовное преследование за половые извращения, насильственное лечение педерастов и прочих девиантов в местах лишения свободы. Смертная казнь для лиц, совершивших насилие над детьми и беременными женщинами. Замена бессмысленного материнского капитала ежемесячными выплатами за каждого ребенка на семью, позволяющими одному из членов семьи не работать, воспитывание двух несовершеннолетних детей, обеспеченных всем необходимым. Именно по этой причине требуется ввести юридический статус семьи, а также семейно-родовой и соседской общины институтов, обладающих правами коллективного лица, определяемого лишь свидетельствами о браке и о рождении без всяких юридических усложнений. Реквизиция под центры материнства, санаториев и пансионатов всех форм собственности для организации в них гарантированного вынашивания, рождения и воспитания ребенка до 2 лет в случае, когда семья и социальные условия не способствуют деторождению. Замена детдомов учреждениями подготовки служилого сословия, придание воспитанникам статуса государственных детей, зачисляемых на государственную службу, с соответствующим материальным обеспечением с момента поступления в соответствующее училище и продолжающих службу по своему желанию после наступления совершеннолетия. Все меры, требующие от государства материальных ресурсов и финансовых затрат, должны быть прежде всего направлены на восстановление демографического потенциала русского народа. Для сохранения русской нации от размывания миграционными потоками Россия должна быть полностью избавлена от гастарбайтеров. Все миграционные потоки должны быть обращены вспять, если они принесли в нашу страну неспособные к ассимиляции элементы, прежде всего из Азии и других территорий. Для нелегальной миграции в России может быть только одно место – фильтрационный лагерь, где одних отправляют на принудительный труд, чтобы заработать на билет домой, других –
при наличии денег отправляют в обратный путь незамедлительно. Со всеми неславянскими государствами у Российской Федерации должен быть введен визовый режим. Со славянскими государствами мы должны сложить общую миграционную политику и стремиться сначала к двойному гражданству, а потом и к общему гражданству. Ограничения подлежат также и внутренняя миграция. Переезд в центральный район России и Северного Кавказа должен быть на время просто запрещен, а в обычном режиме затруднен высокими транспортными тарифами и ограничениями при приеме на работу и предоставлении жилья. Всякое противодействие государственной национальной миграционной политике должно иметь санкции в уголовном и административном праве. Миграция может быть позитивной только в случае освоения малозаселенных территорий, переезда в сельскую местность и расселения мегаполисов. Национальная справедливость должна заменить в нашем понимании социальную. Социум приобретает стабильность основ своего существования и динамичность развития всего того, что должно и может развиваться, когда он превращается в нацию. Поэтому мы должны начать с социальной справедливости, но иметь в виду национальную справедливость, заниматься не вспомоществованием социально незащищенным слоям, а вопросом формирования, воспроизводства, жизнеобеспечения и развития нации. По этой причине термин «социальная группа», теперь уже до нельзя политизированный и превращенный в инструмент для репрессий, должен быть устранен из права, а преследование обособленных от нации интересов рассматриваться как преступление. Вместо социальной политики мы должны заниматься национальной политикой, даже если по привычке используем устоявшийся термин. Под справедливостью мы должны понимать принцип «равное для равных, неравное для неравных». Уравнительные принципы должны касаться не только низкодоходных и не столько низкодоходных слоев населения, а прежде всего государственного управления, где должность может быть связана с обогащением. Государственные служащие и его семья обязаны жить исключительно на зарплату, лишаясь всех других форм дохода. Вся их собственность на срок службы должна поступать в управление специальной госкомпанией, доходы от деятельности которой в уравнительном порядке выплачиваются при выходе госслужащего на пенсию или в отставку, в случае, если он честно выполнял свой долг. Все компании с госучастием должны быть либо частными, либо государственными. Должно произойти такое разделение. В последнем случае весь менеджмент зачисляется на государственную службу первоначально в принудительном порядке с подчинением уравнительному принципу управления собственностью чиновника и уравнительному принципу выплаты зарплаты согласно занимаемой должности с надбавкой за выслугу лет. То есть это настоящая служба, а не зарплата менеджера, как сейчас говорят, что там полмиллионная зарплата, это вполне нормально, иначе никто на эту должность не пойдет. Да пусть отдохнут все эти миллеры и прочие проходимцы. Базовой зарплатой госслужащего должна быть зарплата начинающего учителя, врача, научного сотрудника, сотрудника системы просвещения. Зарплата высшего чиновничества может быть выше базовой не более чем в 5 раз. А сейчас во сколько раз можете себе представить? Низкодоходные слои населения должны поступить под покровительство государства с соответствующими обязанностями. Жить в муниципальном жилье, лечиться в государственных учреждениях здравоохранения и так далее. Как и в случае госслужбы, вся собственность патронируемых слоев поступает в управление государства. Конечно же, с приоритетом использования самими собственниками, но под государственным контролем. При этом находящиеся под покровительством государства получают полностью бесплатное медицинское обеспечение, образование, пользование государственными учреждениями, культуры и СМИ. Детализация пенсионного обеспечения, выплат разного рода пособий лицам, не имеющим возможности обеспечить свою жизнь, требует тщательной проработки, исходя из целей национального строительства, но ключевыми идеями является уравнительный государственный патронаж над всей жизнью госслужащих и низкодоходных слоев населения. За пределами двух этих категорий остаются слои, которые самостоятельно выбирают образ жизни, ограниченный лишь законами и нравственными нормами, а также задачами национального и государственного строительства, которые ставятся органами управления. Межэтнический мир, продуктивное сосуществование на территории России разных народов может быть обеспечено только безусловным лидерством русского народа, русификацией всей государственной и общественной жизни с предоставлением другим народам самостоятельно, без помощи государства, формировать свои общины и жизнь в них. Необходимо возвращение в паспорт гражданина Российской Федерации, включая иностранные графы национальность, а лучше этничность, этническая принадлежность, что позволит государству вести диалог не с самозванцами, имитирующими защиту того или иного народа, а с родовыми общинами, которые будут создаваться в местах компактного проживания, нигде более. Нынешнее противопоставление малых народов, кроме русского народа в Российской Федерации, все народы малые и их интересов интересам русского большинства – это преступление.
цепь преступных деяний нынешнего режима, вылившаяся в повсеместный геноцид русского народа, как в Российской Федерации, так и во всех постсоветских государствах. Рассматривая Россию как русское государство, мы должны требовать подчинения всех граждан России интересам прежде всего русской нации, прежде всего русских граждан, которые тоже редко вспоминают о своей принадлежности к государствообразующему народу и соответствующих обязанностях. При этом равенство прав граждан перед законом нивелирует все негативные последствия, которые могут возникнуть в пределах представлениях отдельных русских людей, склонных к национальной гордыне и злобным российским фантазиям. Чтобы такого рода гордыня не возникала у представителей других народов, им необходимо ограничить общественную консолидацию, которая чаще вливается в сепаратизм. Русские могут и должны создавать общероссийские общественные организации, региональные и местные родовые общины. Остальные народы могут создавать родовые общины в местах компактного проживания. Народам, находящимся на грани вымирания, должны быть предоставлены этнографические заповедники, где их язык и культура будут сохраняться в неприкосновенности, но на образ жизни будут наложены определенные ограничения. Все льготы и поддержка государства сохраняются только в рамках этнографического заповедника. Национальная политика должна исходить из того, что этнически чистые нерусские регионы – это прямое посягательство на целостность России и результат геноцида русского народа. Соответственно, государственная политика должна ликвидировать такие регионы и такие административные единицы, а управленческим кадрам дать прямое задание по русификации соответствующих территориальных единиц. Любое снижение доли русских в каком-либо районе или регионе должно приводить к глубоким кадровым переменам и расследованию деятельности чиновников. Национальный вопрос современной России – это вопрос о выживании русского народа и восстановлении им своей государственности. Без русификации России решение всех прочих вопросов – государствоустроительных, экономических, социальных – невозможно, и любые меры по реанимации России и преодолению навалившегося на всех нас тягчайшего кризиса будут вести только к катастрофе. Россия будет спасена только русской властью. Спасенная Россия станет центром притяжения для всех русских людей, которые воссоединят пространство империи, вновь станут историческим народом и современной нацией, спасительницей человечества.